Инициатива руководства ГУФСИН России по Приморскому краю по проведению спортивно-массовых мероприятий на свежем воздухе стала для нас уже доброй традицией. Зимние старты, по мнению руководства, помогают сплотить коллектив. В этом году в парке спорта и отдыха «Радужный» в Уссурийске зимний тимбилдинг объединил более 800 человек. Увидеть своих друзей, близких, пообщаться и, естественно, провести спортивные мероприятия. Все это проводится с учетом санитарно-технической обстановки. Соревновались гуфсиновцы на разных площадках. На лыжной трассе спортсмены проходили на скорость дистанцию от 1 до 3 километров. Стал уже на лыжню, ну и как до этого чуть-чуть потренировался. Ну, вроде бы нормально. Ну, тут в конце было, упал. Ну, вроде бы, я считаю, неплохо пробежал. Жаркие баталии развернулись за звание победителей традиционных русских боев подушками. В них активно принимали участие все желающие, независимо от возраста и пола. Каждый участник боролся за победу своего учреждения. Я так сильно боялась, оказывается, ничего страшного. Завершился тимбилдинг семейной эстафетой «Папа, мама и я. Спортивная семья». Для маленьких гостей были организованы катания на тюбингах, лошадях и собачьих упряжках. Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.